Всем здравствуйте, я Исмаилова Амина, я из Казахстана, из города Астаны, столицы Казахстана. Я занимаюсь рисованием уже более 6 лет. Я с детства очень любила рисовать, но все никак не могла пойти в школу рисования, так как меня отдавали в разные кружки. Танцы, фигурное катание и тому подобное. Ну вот, в третьем классе я смогла пойти к Алижанке, и она могла мне подарить то, что я очень давно хотела. Умение рисовать, научилась ему этому, и благодаря ей сюда попала. И вот, как-то я вот сидела, читала одну интересную книгу такую, корейскую, новеллу. И вот мне понравился главный герой этой книги, Кейл Хейнтус. Он очень многое пережил, очень много трудностей. И вот тот радостный момент, когда он собрался с семьей, родными, близкими и так далее, я решила запечатлеть, так как очень долго шла борьба против очень древнего врага и тому подобное. И вот этот момент, он радостно смеется. Она тут есть!